Кончил я довольно позорно. Нужно возвращать доверие фанатов. Почему-то игра дала пас не такой, какой я задумывал. Я задумывал намного более гениальный ход. Глушаков с мячом. Обостряющий пас назад. Пас. Федор Чалов. И дальний удар, но... Какой-то защитник Ахмата поставил свой шлагбаум. Конечно, по-умному было бы сыграть здесь дублем, а уже с Баруси ставить основу. Но когда вы видели умные карьеры на моем канале с мячом Равинелли, мне не нравится эта фамилия, я как будто под гипнозом, вообще ничего не происходит. Мы топчемся в центре поля, Ахмат не позволяет нам особо подобраться к их воротам, но и сам не сильно старается атаковать. Как бы учтиво понимает, что у нас впереди Лига Европы, хотя... Ужас, Федор, Федор! Ты вообще в свой... Ну, нет, конечно, надо было подработать, не бить в касание. В пес удары в касание просто вообще ужасно летят. Я вот в фифу поиграл, там все удары залетают, все хорошо и весело. Но здесь же нужно все-таки как-то чутка больше стараться, чтобы забить гол. Так. В итоге пробил. Хотя можно это ударом назвать. Походу этот удар пошел в статистику. На самом деле от такой игры мне хочется просто плакать. Или от того, что у меня температура поднялась. Ладно, смотрим, что. Какие нам веселья принесет второй тайм. Так, а вот это здорово, Федор. Ну, Анхель, он какой-то просто супер быстрый. Второй раз он втаптывает в грязь нашего нападающего. Ошибается в обороне Ахмат. Нужно как-то наказать его. Так, вижу, здорово. Не, ну в защите там какие-то просто спиди-гонщики играют. Они очень быстрые. Что Анхель, что его дружочек. Я не знаю, что это за пирожочек, но... Может быть, сверху мы их возьмем? Нет, там тоже замок. Это был бы очень странный гол. Я только сейчас понял, что у них играет на бабки, но я пропустил гол. Совпадение. Какого хрена я пропустил гол? Это первая атака компа. Я переигрываю, все. Я не хочу это смотреть. Где кнопка выйти туда нахрен? Нет. Я достоин большего. Ладно, шутка. Ну, здорово принял! Вы просто гляньте на радар. Гляньте на радар, как обороняется Ахмат. Они даже просто центр поля не переходят. Как они забили гол и как мы не забили свое. Я не понимаю. Отстой. Полный отстой. Перед матчем с Боруссией зашел в состав команды. И почему-то у Дивеева мигает зеленая стрелочка. Не знаю, что это значит. Возможно, он собирается... превратиться в Халка. Нам бы это не помешало. Нас прижали. Нас давят. Из нас пытаются выдавить последние соки. Мучения, которые были в матче с Ахматом, продолжаются и здесь. Только здесь мы даже центр поля перейти не можем. С Ахматом хотя бы пару атак было интересных. И я думаю, что такими темпами матч с Боруссией ничем хорошим. Акинфеев, ты не в ту сторону бежишь. Ничем хорошим не закончится, скорее всего, рано или поздно нам забьют. Чувствую себя как петух в курятнике. Ну, в том смысле, что Боруссия зажал нас в своей штрафной. И мы не можем из нее толком выйти, ютимся там. Тремся бочками потными друг об друга. И только героический Игорь Акинфеев спасает нас от счета 0-20. Вот смотрите, сейчас я впервые, наверное, пройду центр поля. Ура! Где моя ачивка? И даже пас мог быть неплохой, если бы не офсайд, и если бы не защита. О, офсайд-то был гигантский. Если бы не Хумельс, если бы я начал карьеру за Реал и так далее. Абель! Нет, ну а Канжи и Хумельс на фоне наших нападающих смотрятся как просто какие-то башни непроходимые.
Ой, тут я что-то Ройса немножко упустил. Ройса упустил, он этот на Алькасара. Игорь, ну такое можно было ловить. Игорь, гетто суперкласс оборонит Игорь нас. Ну... Хотел сказать, но здесь не оборонит, но там Щенников. Щенников просто в роли Александра Матросова бросился под огонь. Ройс, штрафной комп, очень здорово. Хватит, хватит, Боруссия, дайте передохнуть, я больной человек. У меня температура, я так подозреваю. Ладно, ладно, это я заговорил им зубки. Ой, какие парни. Просто вообще впереди ничего. Я как чувак с маленьким членом. Впереди ничего. Гляньте на это. Просто пожалейте меня. Хватит, я хочу домой. Мама, роди меня обратно. Там, где тепло. Очень хороший жопный скилл. Жопный скилл у защитников Боруссии просто великолепный. Они очень здорово ставят корпус, и их, ну, невозможно пройти. О-о-о-о! Это интересненько! Это единственный момент за 70 минут. Ну, как момент. Ну да, момент. Пока что я себя чувствую, как, знаете, вот кто жил в деревнях, у кого была кошка. Как мышка, как кошка играет с мышкой, да, вот это вот, такая, опа, по башке даст, и потом такая отпустит, потом даст по башке, отпустит, но пока что не жрет, меня Боруссия, хотя до конца уже 20 минут, и меня ничья полностью устроит, но Гёце, ой, заговорился. Что? Что, Акинфееву брать мяч в руки нельзя? Чё за пас вообще? Что это такое? Блин, если бы мне сейчас в горле не пересохло бы от болезни, я бы сейчас харкнул бы со всей силы. Опа. Да чё за пасы? Вы чё травите, что ли? Ну, пяточка. Да, капец. Я в шоке. Я так... Таких... Было бы неплохо забить гол, кстати. Я думаю, что тяжело поспорить с тем, что это худший наш матч по игре. Но по результату меня все устраивает. Я думаю, что после таких матчей я еще на неделю, наверное, слягу в болячку. Но есть шанс уйти красиво на мажорной ноте. Соперник более чем подходящий. Марево! Ну! Ну, ну, игра, ну позволь забить. Окей, но в этом матче, тем не менее, я чувствую себя Боруссией. Но Боруссией с херовым нападением. Нисимура сейчас такой интересный исполнил. Я не знаю, что это. Подача, удар, срезка, прострел. Я в японском не силен. Нисимура, ты можешь что-нибудь сделать полезное для отечества, пожалуйста? Такума, брат, я просто отказываюсь играть, и когда у меня в составе на Нисимура, там у Чалова было плохое настроение перед игрой, и тем более устал, наверное. Думаю, дай доверю своему брату анимешному. Нет, пацаны, я не могу на это смотреть. Нисимура просто, ну, ничего не может. Ой, блин. Ну, придется выпускать Чалова с низкой стрелочкой. Вот с этой вот, это вот, видите, ему прям совсем печально и грустно. Мне тоже грустно от игры Нисимуры. Вот сразу Чалов открывается, смотрите, такой, и врывается, и открывается, и еще, и даже... Нет, не лучше, вообще лучше не стало. Да, в сегодняшней серии мое нападение такое же бесполезное, как ингаляции картофельные, которые я себе делаю, пытаясь пробить нос. Но что там, толку ноль. Может быть, все-таки пиксельная братва покажет класс? Влашич!
Как я забивал голы, у меня один вопрос. Как я забил? Я даже в одном матче, по-моему, 4 забил. Как? Как? Если я за всю серию даже... Нет, моменты были. А, это офсайд, ладно. То уж я думал, все, пора в дурку звонить, забирайте меня, алло. Пяточка, ну! Ну вот тут вот надо забить гол! Я, наверное, похож на какого-то вообще идиота, потому что всю серию пыхчу, рычу, мычу. Ни одного, наверное, связанного предложения не сказал. Но, чуваки, мало того, что я болел последние дня 3-4, валялся, встал, думаю, сейчас в свою любимую игру сяду, оторвусь. Оторвался, да, оторвалась, я не знаю, жопа моя оторвалась от земной поверхности и улетела в космос. Ну, это пиздец просто. Ну, перехват, ваш, ну, давай, братаны. Так, Абель, неплохо. Влашич. И мягкий пас. Пасы. Сегодня пасы у меня не идут. Точнее, идут, но идут примерно нахуй. Так, а вот это вот я могу заговориться, кстати. Нет, жопный скилл. Жопный скилл! Впервые меня подвел в этом матче жопный скилл. Так, Федор. Где Абель? Кто-нибудь видит его? Алло. Программа «Жди меня». Потерялся Абель Эрнандес. Особые приметы в последнее время. Играет как мудак. Неплохо. Абель, проткни. Проткнул. На. Ну, нормально. Нормально. Да. Ты типа рэпер или что это такое было? West Coast, East Coast. Почему именно сегодня? Почему все... Это ужасно. И это у меня голова сейчас опухнет от такого. Такого отборного кала. Вот прям как будто бы нырнули в деревенский туалет и набрали самый отборный кал. Самые такие кусочки прям мерзкие. Пиздец просто. 3000 лайков. Три, понимаете? И следующая серия выйдет. Иначе никак. Хибернян, Локомотив, Динамо. Пока.